сторону поля. И «Колос», и «Днепр-1» синхронно проехали из первой лиги в УПЛ, и на этом пути противостояние днепровского клуба с ковалевцами действительно успело обрасти определенным шармом. Хватает друзей-приятелей в составах и менеджменте команд, и это без преувеличения добавляет дуэли и ярких красок, и, безусловно, повышают эмоциональный фон. На Оболонь-арене шутили и обижались, каждый в меру своего восприятия нашумевшей истории с комбайнами. Мы долго общались с Русланом Костышиным на разминке и, как итог, пришли к общему знаменателю. Пресс-конференция коуча ковалевцев – это эмоции, а ответные комментарии с лагеря днепрян и наш сюжет с пересчетом комбайнов не столько троллинг, сколько логичная реакция на присуху. «Все в порядке. Тут уже каждый сам за себя», – заметил Руслан Владимирович, подтвердив уже на пресс-конференции, что своих нужно защищать в любой ситуации, и это нормально. Я за то, чтобы каждый тренер защищал свою команду. Если судья помиляется, такой тренер защищает. Чего мовчать? Если сегодня судья помилялся, то хай Дмитро Станіславович захищає команду, хай каже, що він помилився. Тут нічого такого нема. Не можна робити вигляд, що нічого не трапилось. Так, що вони помиляються, і ти робиш вигляд, що ну, це все добре, я толерантний, нічого не кажу. Ну, кожного свій характер. У мене характер, я не можу мовчати, коли це трапляється там, зі гри до гри. Якщо сьогодні якесь, на думку СК Дніпра, було якесь погане суддійство, то хай висловлюють своє невдовольство, це буде правильно. Ну, хай розбирають комітети, хай суддів відстраняють від ігор. І це тоді буде правильно. А мовчання – це на користь тільки суддям, які помиляються дуже часто. И вот здесь сложно не согласиться. То, как судят в УПЛ, вызывает массу вопросов практически у всех тренеров, ну, за исключением избранных. Так вот, именно ляпы арбитров, случайные или преднамеренные, зачастую и раскачивают волны эмоций. Увы, но об арбитраже у нас говорят куда больше, чем о футболе. Что же касается отчетного матча, то, безусловно, соперники понимали, что на кону позиция в первой шестерке. Соответственно, до последнего скрывали свои проблемные места. У гостей не поехал на игру Снежко, травмировавший руку во Львове. На уколах отыграл сколько мог Кравченко. Да, неделю я не тренировался со Львовом, мне там сильно ударили икру, забили, я не мог вообще тренироваться. Даже не думал, что буду готовиться к игре. Вчера попробовал, потренировался, ну, надеюсь, ничего серьезного. Болит икра, забита сильно. Надеюсь, нету там надрыва или чего-то еще. Сделаем обследование. Да, болит, но это футбол, играть хочется. Надеюсь, что не усугубил травму свою. Команде не помог, поэтому ну, и же после матча это легче так рассуждать, обсуждать. Ну, вот так произошло. Надеюсь, что к игре с Александрией буду готов. Капитану здоровья, а на Оболонь-арене уже к 12-й минуте матча для гостей запахло жареным. Прорыв Ильина на углу штрафной площади прерывает Шаповал. Вердикт арбитра мгновенный. Это пенальти. Пенальти еще скажете? Мне кажется, было. К точке подошел Арни Вильхамсон и хладнокровно развел мяч и Юрчука по углам. 1-0. Пропущенный гол заметно взбодрил гостей, тут же взявших игру под свой контроль. И, казалось бы, преимущество Днепра вот-вот должно дать свои плоды. Удар Каркишка в ближний угол не прошел. Далее все тот же Каркишка в дуэте с Когутом выводят на просто-таки конфетную позицию Булецу. Как в этом эпизоде Сергей не попал в цель, наверное, он и сам не понял.
На 27-й минуте Булеца попытался вскрыть колос со стандарта, но здесь просто-таки блестящая реакция голкипера Ковалевцев оставляет ворота в неприкосновенности. Начало игры, если бы сказать, было за колосом, они более активно играли дома, более агрессивно начали. Но потом мы выровняли игру, я считаю, что даже лучше стали играть и моменты создавать. В принципе, у колоса моментов я не помню, кроме этого пенальти. У нас 2-3 момента было в первом тайме, потом удаление, это такое. Ну а дальше действительно ключевой эпизод в матче, после которого все для гостей по большому счету и закончилось. Дмитрий Каркишко на своей половине поля ушел в занос на вираже, из которого вышел уже в раздевалку. Формально арбитр прав, это симуляция, а значит желтая. Вторая желтая карточка для Дмитрия переливается в красный свет. Днепр-1 уже в первом тайме остается в десятером. Дуже ми агресивно вийшли, дуже гарно рухались, пресингували. У нас було завдання пресингувати по можливості весь матч. Ми вийшли з такі заведені. Агресивні, так що у нас вийшло, ми забили голи з пенальті. Ну, чесно кажучи, після другого гола і вилучення, це, можна сказати, далі тяжко коментувати, тому що так як ми виглядали, СК Дніпро було важко переломити ігру, тим паче їх було на одному матчі. И действительно, не став откладывать свое численное преимущество в долгий ящик, ковалевцы практически в дебюте второго тайма увеличивают разрыв в счете. Вновь блестяще действует Вильхамсон, прошивший Ерчука с угла вратарской. 2-0. Дальше больше. Олег Ильин, завершая комбинацию, вырезает в поиске партнера, но мяч аккуратно ложится в дальний угол ворот. И это 3-0. Когда мы пропустили второй и третий гол, ну, честно, мы понимали, что шансов мало. В десятером отыграть там 2-3 гола, это нереально. Надо было, наверное, более внимательно, как-то строже играть в обороне. 1-0 – это 1-0. В любой момент можно забить гол, какой-то стандарт, какой-то еще что-то. Ну, это так рассуждать сейчас можно, как должно было быть, как мы планировали. Но получилось так, что в начале второго тайма пропустили 2 гола. Ну и, можно сказать, доигрывали игру. Завершал разгром хлесткий щелчок в ближнюю шестерку Евгения Смирнова. И это 4-0 в пользу «Колоса». Под занавес матча гостей попытался хоть как-то взбодрить вышедший на замену Назаренко. Но с ударом Александра волынец справился. А вот навес в штрафную завершался полом Когута. На этом и разошлись. «Колос» крупно переигрывает «Днепр-1», взяв реванш за поражение в первом круге. Сегодня был особенный матч. Как особенный? Вы знаете, у моего друга, кума, такое горе случилось. Так что мы ребятами вышли и сделали то, что мы должны были сделать. Сегодня просто, как можно сказать, «Днепр» попал под, под горячую руку. Было бы «Динамо» там, или, не знаю, «Заря», было бы точно так же. Сегодня просто как мы вышли и, грубо говоря, прокатились катком, а там все остальное не имеет значения. Сегодня победа была очень важна для нашей команды. Мы вышли очень мотивированы и действовали четко по плану на игру. Я чувствую в себе силы благодаря моим партнерам по команде. Да, не все всегда получается, но это футбол. Сегодня я сыграл хорошо, забил с игры и забил с пенальти, который заработал Олег. Считаю, что вся команда сегодня сыграла здорово. Для меня не так важно, буду ли я продолжать регулярно забивать, или же это будет делать кто-то из партнеров по команде. Важно, чтобы мы забивали и выигрывали. В футболе главное – это победа и 3 очка за игру. Всегда приятно побеждать, тем более принципиального соперника такого, да, как Днепр, и еще и с таким счетом. Тяжелый результат для нас, очень болезненное поражение. Мы рассчитывали на другой исход. К сожалению, ключевой момент игры, наверное, был удаление. Первый тайм мы играли неплохо и перехватили инициативу после пропущенного мяча. К сожалению, удаление очень сильно повлияло на нас. Во втором тайме планировали искать свои шансы,
в атаке и начали неплохо, но второй и третий мячи довольно быстрые, мне кажется, решили исход, и уже после третьего мяча команда не верила в то, что мы можем сравнять счет. Не получилось у нас сегодня игра в обороне в десятером, когда противника было на одного больше, не хватило нам концентрации в обороне, не хватило нам работы с мячом для того, чтобы выбегать и создавать какие-то моменты. В десятером нам действительно было тяжело. Я думаю, при равных составах результат был бы, конечно, другой. Надо оставаться сильным, продолжать работать еще неделя тренировок и игра с Александрией, стараться эту игру забыть. Неприятно, но счет, особенно счет неприятен, потому что не наиграли мы даже, учитывая удаление, это на такой счет. Это футбол. Надо, я же говорю, что да, быть сильным, готовиться, забывать эту игру, делать анализ и готовиться к Александрии.